У меня все запуталось. Самая лживая бабочка в мире. Она будет не напоминанием. Для настоящих леди. Вышивальный десант. Да. Мы будем убирать где-то вот эту вот зону. А я не нашла такой информации, что надо в два. В одну. Видишь, ты снимаешь уже сразу, у меня все запуталось. Надо окуривать полынью вышивку, чтобы узелки не крутились. Давай, мастер-класс. 3, 4, 5. А на вивы там написано? На вивы написано? Нет, не написано. Вроде как. Сильно навела. Хоп. Ну вот. Пойдет же. Угу. У нас финиш. Красота. Значит, имя ей вышью еще. Да. Представляешь? То есть я вышила вот эту штучку ей. Вот так я вышила вот эту. И начала вышивать вот эту. Вот до сюда уже довышивала. И понимаю, что у меня вот расстояние отсюда не сходится. Я в итоге кое-как нашла вот это место. Я его распорола. Я вот прям отсюда начиная его перевышивала. Алиса, стоп. Потом я довышивала вот этот краешек. А когда начала вышивать, все равно не сходится. И я не могла просто найти то место. Я бы, может быть, и распорола. Но я просто не могла понять, где я ошиблась. А потом выяснилось, что я вот на этом моменте отступила не там не 4 клеточки, а 3 клеточки. И в итоге, а уж столько всего было вышито, я просто даже не знала, как это исправить. Иринка, расскажи про теорию лжи. Про теорию лжи? Да. Ну какая тут теория лжи? Ну просто вот я вышивала вот такую бабочку, и я ошиблась. Я, ну как бы сначала распорола, а потом, когда я уже еще раз вышила, я была не готова еще раз распороть. Я подумала, ну ладно, я что-нибудь придумаю, как-нибудь подстроюсь, довышиваю. И в итоге выяснилось, что вот мне каждый вот этот ряд, ну вот там вот чуть меньше, чем серединки, пришлось исправлять, что-то выдумывать. И выдумывать так я, ну, на разных местах вот этого всего. Но как бы общая схема, она сохранилась. В итоге у меня поплыл все-таки. Здравствуйте. И вот это крылышко. А потом до меня уже в процессе дошло, что мне надо еще и это крылышко будет как-то подделывать. И это просто я вот аналогию к тому, что это вот как слукавить. Вот я решила, что я слукавлю, и никто не заметит. А в итоге как снежный ком. Все больше и больше и больше и больше этого лукавства. Я вообще теперь не знаю, что у меня будет за бабочка. Это лукавая, от лукавого. Самая лживая бабочка в мире. Да, я ее повешу. Она будет не напоминанием. О том, что нельзя брать. Да, о том, что не надо. Всем привет. Сейчас идет планерка по субботнику. И предварительно такая информация, что мы будем убирать где-то вот эту вот зону. Да, в самом начале это на входе. Вот он вход. Мы будем убирать вот эту зону. Задача здесь будет стоять, собрать какой-то вот такой внешний мусор, веточки, камешки, палочки в мешки. Инвентарь весь будет предоставлен. Перчатки, мешки, грабли. Ну, вот какие-то такие вещи. Соберем в мешки. Какую-то листву надо будет сгребсти тоже в мешки. И в принципе, все. Вот смотрите, какие. Ой, как красиво. Очень красивый. Ну, ну тут как бы чуть-чуть таких, чуть-чуть... Мне кажется, и курточки бы подошло. Ну, два возня. И зеленые еще эти грабли, и это самое. А мы еще, знаешь, что подумали о том, что куда потом девать этот инвентарь? А, вот мы решили, что так как Иринка купила дом, можно будет ей отдать. Загонять ко мне отряды вышивальщиц. Нет, ну мы можем и домовую территорию, как говорится, привести в порядок. И... Я тоже про то, что можно просто периодически устраивать сюда. Леди. Вышивальный... Для настоящих леди. Вышивальный десант. Да, вообще. Субботний вышивальный десант организовать. Может быть, правда, десант, смотри, как какой-то использует. Ну, тогда нужен вертолет, чтобы нас там высадить. Машина. На парашютах такие спускаются. Так, завтра еще будет тачка, куда будем грузить это самое. Убираться, да? Да. Набор. Это вообще внутренняя сторона.
А, значит, этого не увидят люди, не будут видеть. Нет, это надо наружу носить. Ну как наружу? Для лучшего сцепления с поверхностью. Ой, нет. Точно. Ну я-то еще там. Я на руку себе привяжу, можно? Да. Вышивальный десант готов. Очень холодно на самом деле. Кирпичи или что-то в отдельную, вот в тележку. А просто какие-то листья вот эти, наверное, в мешки мы сгребем, да? В мешки, да и все. Ну все. Так, что? Вот это все или как? Вышивальщица везде нитки найдет. Да. А это типа иголка. Да-да-да. Арматура. Потом не успокоится. Мы приготовили тут чай, зовем всех пить чай, но девчонки не хотят успокаиваться и решили пойти уже на другую территорию. Аромат. О, как вкусно пахнет. Ты заоценила, что я купила зеленые стаканы? Да. Теперь. У нас цвет настроения зеленый. Да. Ой, нифига, вот зеленый. Готово, все, я же готовилась. Не оделась только как. С вышивкой. А, тепло будет. Мы же нашли арматурину с нитками. А, да. Так что вышивку никто не снял. Таня сделала вот такие платочки нам всем с логотипом. Как тебе, кстати, логотип? Все, все поработали. Все молодцы. Так, тогда как, по порядку? Раз, два, три, четыре, пять? Согласны? Светлана, разве? Не перемещайтесь, да? А давай свой рандомайзер. Не перемещайтесь никуда. Стоять, не оглядываться, не шевелиться. До 5. Все пятое. Ну ладно, давай. Генерировать. Один. Спасибо. Давай, следующий победить. Генерировать. Два. Еще генерировать. Все, не надо генерировать. Да, это тогда. Девчонки, вам полинику. Василёчки. Тебе надо? Да не, мне не надо. Все, все. Хотя молодцы. Давай, племянницу дарю. А, она да, пусть начинает. Начинающая, да. Вышивальщица. Я помню, ты показывала. Пусть попробуй. Спонсор этого мероприятия – Риолис. Нет у тебя такого? А, хорошо, а то вдруг кому повторное. Нормально. Почистили пространство перед детской площадкой. Сразу стало видно травку, которая начала уже пробиваться. Сейчас она очень быстро-быстро вырастет, думаю.
Спасибо огромное всем девчонкам, кто пришел. Вышитых икон бисером, очень красивые, и выставка яиц. Она ей песню посвящала, пела. Она такая смешная. Возьми песню, учились, нет? Красивые яички. Нет, ну понятно. Ежоня. Ой, гигаяйцо. А вот это крестиком? Нет, я даже с вами уже... Такие... Вышитый столик. Все отложу и начну болеть. Ну, я как начну? Подкупать бисер. Потом... Такая красивая икона. А здесь выставка наперсточка. Красивые такие всякие резные. Не слышите? Проскочили. Здравствуйте. Я заказывала этикетки. Завтра праздник, как раз вот та икона вывешена. Воскресенье. Есть интересная экспозиция домика. Так выглядит. Тот распяли, и до этого тайна вечера. И тут вот каждая иконка. Ретроспектива событий. Это даже малыш лежит. Игрушки. А здесь подушечка вышитая крестиком. Так, здесь вот такой дедулечка. Такая работа вообще кропотливая. А, посмотри, какие люстры, Лен. Настоящее произведение искусства. Так, давай. Последний этаж. Надо было снизу начинать. Это вход, лестница, картины. Так все пошло. Такая красота.
Такие очень красивые наперсточки. Это не коллекция, это именно на продажу. Нужно купить. Шикарные. Просто шикарные. Швейная машиночка. И здесь можно... Вот эта верхняя часть на магнитике снимается. Вот это тоже домик. Вверх убирается. Так, что-то я тут уронила. Сейчас поставлю на место. Так. Да, крыша. Все, давайте. О, грузите.